с Владимиром Путиным. Итак, 12 часов 25 минут в Москве. Продолжается прямая линия с Владимиром Путиным. 25 минут, пока она продолжается, а может продлиться значительно и значительно больше. 4 часа 27 минут в прошлом году. И обещают, что этот рекорд будет побит. Впрочем, как и ожидалось, начал Владимир Путин с ответов на вопросы про Украину. И его ответы вы можете в нашей текстовой трансляции на сайте tvrain.ru отслеживать. Был ответ Владимира Путина на вопрос о том, есть ли российские подразделения или спецслужбы на востоке Украины. Нет никаких российских подразделений. Информация об этом чушь. Это местные граждане. И доказательством тому служит то, что они сняли маски. Они хозяева этой земли, и нужно разговаривать с ними, говорит Владимир Путин. Называет он использование армии для решения ситуации на востоке и юго-востоке Украины преступлением киевских властей и говорит о том, что разрешение кризиса в Украине возможно лишь путем переговоров и диалога. Что касается переговоров и диалога, то отмечает Владимир Путин важность сегодняшних консультаций в Женеве, четырехсторонних с участием России, США, Украины и Европейского Союза. Они сегодня начинаются. Давайте послушаем, что Владимир Путин об этом сказал. На мой взгляд, очень важно сегодня вместе подумать на тему о том, как выходить из ситуации. Предложить людям вот этот настоящий, не показной, а настоящий диалог. Ведь руководители приезжают, киевские сегодняшние, приезжают на Восток. Но с кем они там встречаются? Они встречаются со своими назначенцами. Так для этого не надо в Донбасс ехать. Для этого достаточно вызвать их в Киев и провести там совещание. Но с людьми надо разговаривать, и с их реальными представителями, с теми, кому люди доверяют. Надо выпустить всех из тюрем, помочь людям организоваться, выдвинуть дополнительных лидеров и начать диалог. Вот на Востоке говорят о федерализации. В Киеве уже, слава богу, говорят о децентрализации. А что за этими словами? Нужно сесть за стол переговоров и понять, о чем идет речь. И найти решение. Только в ходе диалога, в ходе демократических процедур, а не с использованием вооруженных сил, танков и авиации, можно навести порядок в стране.